приюте «Островок Надежды» содержатся десятки собак. Маленьких и больших, пушистых и гладкошерстных. Они все хотят обрести свой новый дом. В приюте можно познакомиться и с собаками-инвалидами. Они попали в приют из-за жестокости людей или в связи с несчастными случаями. Многие из них после лечения возвращаются к нормальной жизни. Они также активны и доброжелательны. Мы знаем много историй, когда таких животных брали в семью. Сегодня мы вас познакомим с Бипси. Он молодой, полный сил инвалид с тремя лапами. Периодически ему требуется дополнительная терапия в виде препаратов для поддержания суставов, как и любым другим собакам, у которых были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это мальчик Бипси. Совсем молоденький, попал он к нам также из концлагеря смерти. К сожалению, остался без лапки, но при этом все равно ведет себя как полноценная собачка и также сможет радовать и стать верным другом семьи. Пока Бипси никто не интересовался, не хотел его взять. Но он готов свою любовь подарить единственному и самому лучшему человеку в его жизни – хозяину. Вы можете сделать жизнь собак лучше. Приюту «Островок Надежды» всегда требуются корма, поводки и ошейники, лекарства, материальная и информационная поддержка. А еще собакам очень нужна ласка и общение с человеком. Звоните по указанным телефонам или пишите на наш электронный адрес utrosobachka@stsdefistv.md. И помните, что вы должны получать удовольствие от общения с вашей собакой. Приезжайте в приют «Островок Надежды», знакомьтесь с собаками и возвращайтесь домой с новым членом семьи.